В эту субботу страна отмечает День физкультурника. У жителей Чувашии будет где провести время с пользой для здоровья. Все спортивные учреждения республики на один день станут свободными для посещения. Сегодня герой нашего сюжета – учитель физкультуры Юрий Сейфуллин. Одни из самых моих лучших учеников – Александр Леонов, вот победитель универсиады в Москве. А это Аня Петрова, бронзовый призер среди медузов России. На фотографиях лучшие спортсмены первой столичной гимназии – воспитанники Юрия Сейфуллина. Они – лучшая оценка его труда, прямое доказательство эффективности тренерской работы. В этом году ровно 25 лет, как молодой физкультурник впервые переступил порог гимназии. Когда-то он был вполне успешным начинающим спортсменом, но выбрал в итоге преподавание. В 1975 году урмарец Юрий Сейфуллин стал студентом Киевского института физкультуры. Уже через два года он стал чемпионом Киева, а затем и чемпионом Украины. И все-таки юношу нестерпимо тянуло на родину. Так и Юрий вернулся в родные края, уже в качестве первоклассного специалиста. Как только поступил на работу, особенно нравилось работать младшими классами, потому что они непосредственные, глаза чистые, и если правильно с ними работать, очень интересно. Именно занятие физкультурой и спортом закаляет, кроме физических кондиций, еще и характер. А это очень важно в современной жизни быть конкурентоспособным. Мария Замаскина – одна из лучших воспитанниц Юрия. В свои 17 она – победительница районных и республиканских соревнований по волейболу. Сегодня девушка в составе сборной одного из ведущих вузов страны. Она уверена, что если бы не тренер, с волейболом у нее ничего бы не получилось. Мне предложили играть, потому что я была самая высокая в классе. До этого занималась другим видом спорта, и волейбол, я даже не знала вообще, что это такое. Ну, для меня это было, что за вид спорта, ну, мне неинтересно. И, честно говоря, не было большого желания играть, но потом начала тренироваться. У нас был хороший тренер, он все доступно, понятно объяснял. Благодаря Юрию Сейфуллину спортивный потенциал открыли себе десятки воспитанников. Не все ученики связали свою жизнь со спортом. Однако каждым из них Юрий Анатольевич по праву гордится. И сегодня ребята приходят в родную школу, чтобы порадовать любимого учителя своими успехами. Дарина Игнатьева, Арена Гавелян, Республика.